Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам и рассказать немножко о трубке фирмы Extreme Sub. Вот, значит, данная трубочка называется сухой, то есть она двухклапанная, то есть здесь снизу расположен клапан, и вот здесь тоже расположен сверху клапан. Тоже так называемый гидрозатвор, который при нырянии закрывается и не дает возможности в воде попадать в саму трубку, соответственно, попадать в рот. И при всплытии не надо выдувать воду. Вот, то есть для комфорта, скажем так. Значит, по трубочке. Трубочка выполнена достаточно качественно. Силиконовый загубник. Загубник средних размеров, небольшой, не маленький, такой вот, как бы более-менее средних размеров. Снизу, значит, реализован нижний клапан с двумя мембранами, то есть фактически два клапана. С одной стороны, это облегчает слив воды при выдохе, если вода попала, или же, скажем так, есть возможность, опять же, что какой-то из двух клапанов может где-то подстрять. Ну, то есть, с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Вот. Значит, что тут у нас? Ну, вот такая гибкая гофра. Очень хороший, ребята, реализация, значит, клипсы. Значит, клипса у нас сделана вот таким образом. Вот, то есть она как прищепка, да, открывается, защелкивается, и она поворотная. То есть вот это вот, как бы во многих трубках, когда я плавал, действительно вот из-за клипсы как-то трубка всегда вот как-то так не так стоит, как бы мне хотелось. Вот здесь же есть вариант выставить угол нужный вам. То есть вот, если, допустим, вы погружаетесь, да, немножко под наклоном брать, вот, ну вот как, чтобы более ровнее трубка стояла. Вот. То есть клипса хорошая, вот эта реализация мне понравилась. По верхнему клапану, смотрите, значит, система идет, вот, значит, здесь такой идет поплавочек, и сверху идет такая, как видите, дверка, которая закрывает, перекрывает, вернее, выход трубки от попадания воды. Вот, вот такая трубочка. Я с ней еще лично сам, ну, не плавал, то есть уже буду летом, наверное, испытывать ее. Вот. Трубочка у нас, ну, именно Extreme Sub, не встречал я такого бренда. Вот, то есть, скорее всего, ну, где-то или за границей, или где. Вот, они продаются под этим брендом. Вот такая трубочка была. Не буду задерживать вас. Вот, всего доброго, кому понравилось, ставьте лайк, если нет, тоже ничего. В общем, так, всего хорошего, до свидания.